Москва, 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл над солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцем в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальсет отзвучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волски видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободных солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Thank you.
Москва! Говорит Москва! Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы!